Приветствую вас, уважаемые дамы и господа. В этом видео буду разрезать яблоко на 4 части. Так как яблоко попалось очень твердое, я не могу его укусить. Вот я решила его порезать. Сначала на 2 части, а потом на 3. Такое оно твердое. А потом и на 4 части. Ой, какая красота!